Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Нахожусь в музее, в интернате для детей-сирот. Посмотрите, исторический музей. Каждый экспонат имеет свою историю. Вот, допустим, возьмем вот это мешки и так далее. Это принес сам директор музея, Малик, наш брат. И хотелось бы, чтобы мы приняли от него некую эстафету и от себя тоже пополняли данный музей. Я призываю всех своих друзей, всех знакомых, у кого есть исторические экспонаты, если у кого есть антиквар и так далее, будьте добры, принесите в этот музей и будет храниться в данном музее. Например, Чанкалаев Булач Магомедович принес, допустим, вот такую посуду, будет там указано, принес Чанкалаев Булач Магомедович с такого-то города и так далее. Так что давайте будем пополнять музей, потому что он будет приносить радость не только взрослым, но самое главное радость детям. Так что всех призываю мира, добра и благополучия. Я думаю, Хабиб вот такую свою оригинальную шапку тоже сюда подарит. Так что, Хабиб, принимай эстафету.